от 20 до 35%. То есть это очень маленький зазор на самом деле. Давайте пробуем. Ничего страшного. Нам нужно понять мощность вот этой турбины, что она может, и уже потом под нее мы будем все подстраивать. Делайте газ, наверное, поменьше. Пробуем дойти до такого результата. Пережег. О, пошло пламя. О, плавно пошло. Пока ничего не делаем. Пока она не разгонится. Показывает 100% крак. Все, вот это сейчас наши показания. Ничего не трогаем. Мы можем сейчас добавлять либо убавлять газ, чтобы посмотреть, много ли воздуха или наоборот. Что там у нас изменится? Но не в редукторе, а именно в кране, буквально чуть-чуть. Я предлагаю подождать несколько минут и посмотреть, оторвется оно или нет. Какие? От электрода? Ну, значит, слишком большая температура на горелке. Хорошо, я думаю, пока закончим. Надо было их убрать от другой стороны. Тихо. Вот так вот. Ну там масса, ничего страшного. Ничего страшного. А те, которые на лямбдазонд, вот этот вот двойной, то он не успел его перекнуть. Хорошо. Лямбдазонд 4,6, 4,7. Показания меняются, значит, с ним все в порядке. Так, тогда давайте мы сейчас проверим по лямбде. Можно попробовать чуть-чуть буквально добавить газа. Убавлять не вижу смысла. Вот, отлично. У нас было много воздуха. У нас отрыв пламени, скорее всего, из-за того, что слишком много воздуха. Слишком много воздуха. Значит, мы можем добавлять газа. Ну, тут как бы не до бесконечности. Ну, либо, нет, я понимаю, но либо воздуха меньше, либо больше газа. В данном случае меньше воздуха мы не можем сделать, потому что ограничено турбиной. Смотрим, что там наша лямбда говорит. Четыре, шесть, 4,7. Еще, я думаю, пару минут поработаем. Ведь датчик температуры нас обманывает. Либо это слишком высокая для него температура, либо у него есть какие-то проблемы. Есть другой датчик температуры, но на следующий раз мы будем использовать их, наверное, два. Один закрепим снаружи, один засунем внутрь. И посмотрим, что у нас будет. Добавляем газа? Давайте попробуем. По чуть-чуть буквально. Вот так, нормально, все. Вот и пламя показалось. Вот и пламя показалось, да. Думаю, вам надо на всякий случай там стоять, если что, перекрывать газ, чтобы мы, мало ли что там случится.
Так, в данном случае у нас есть вот такие броски. Так, время работы уже 10 минут. Мы не потухли. Это говорит о том, что уже мы в правильном направлении двигаемся. Есть такие нюансы, как высокая температура. Кстати, можно вот так посмотреть, что там внутри бросается. Температура, я думаю, здесь за 100 градусов переваливает, потому что провода у нас имеют свойство дымить. На датчике у нас, грубо говоря, 50 градусов. На лямбде у нас 6,476. Время работы 11 минут. Может быть, этот датчик показывает процесс... Нет, он должен именно температуру показывать по коду нашему. То есть это не 480, это 48? Да. Это обманывает датчик. Мы с ним будем работать. Ну, в данном случае, думаю, мы можем тушить систему. Сейчас я выйду, и вы плавненько закроете газ. Давайте плавно приглушаем. Оп! Продувается пока система. Вот такие результаты тестов на сегодня.